Зачем покупать в магазине, если дома можно сделать и дешевле, и вкуснее? Главное — соблюдать пропорции. Измельчите морковь с помощью специальной терки или шинковки. Затем добавьте соль, сахарный песок, немного помните морковь руками и дайте постоять 15 минут. Теперь возьмите зерна кориандра и хорошенько перетрите в ступке. Переложите в миску к моркови и добавьте красный жгучий перец. На сковороде с хорошо разогретым растительным маслом обжарьте лук. Сам лук при этом не понадобится. Здесь нужно получить ароматное масло, а затем вылить его на морковь поверх специй. Остается добавить чеснок и 9% уксус. Хорошенько все перемешать, дать настояться 4 часа, и можно подавать к столу. Приятного аппетита!